Друзья, всем здравствуйте. Как меня видно, слышно? Так, тогда начнем. Времени у нас совсем мало, поэтому сразу приступим к нашему семинару. Скажите, пожалуйста, кто был на Гуре, когда мы вели блок о продукции? И вот кому я обещала раскрыть тему Novage? Ага, Наташа. Кто еще вот был на Гуре? Мы с Наташей обещали именно подробно о Novage поговорить, подробно и качественно, как вы можете это применять. Больше никого не было? Да. Тогда такой вопрос. Кто-нибудь может меня записать? Лиль, Миш, Наташа. Ага, пишет. Ну все, тогда отлично, потому что вроде как собирались все учиться, и что-то вижу очень мало людей. Ну, наверное, это предновогодние праздники. Давайте тогда с вами быстренько начнем и узнаем все фишки работы с Novage. Первый вопрос. Кто этот бренд уже попробовал на себе? Кто уже делал заказ, ну и что-то себе брал, как, может быть, какую-то серию. Ага. Я тут. Так, Татьяна, молодец. Так, уже брали, отлично. То есть уже знакомы. Скажите, пожалуйста, как вам результат? Увидели ли вы какие-то изменения? Напишите в чате. Недавно пользуется Татьяна. Ну, уже что-то вот первое увидела. Лили, понятно, молодеет, хорошеет. У Лили возраст в обратную сторону просто идет. Как называют таких девушек, которые молодеют с годами? Ведьмы. Кто хочет присоединиться к команде ведьм? Ведущие женщины, что значит в переводе. Так, ну я думаю, вы пишете, да, свои отзывы, потому что на самом деле это такая серия, угу. это такая серия, как после даже одного какого-то применения какого-то средства ты чувствуешь результат. Уже чувствуешь, как было до и как вот сейчас. Да, когда... Чуть не пойму слово. Ксюш, ничего-то не дойдет до меня, какое слово. Поэтому, друзья, это вообще, вот я уже говорила, наш кит. У нас есть в компании два кита. А, свежая, вот, точно. Думаю, кто свежий, не свежий. Угу. Спасибо за перевод. Да, у нас в компании есть два кита, с которым мы можем работать. То есть серии, которые отличают нас от других. Те продукты, которые, ну, достойны вообще самых высших наград и похвал. И трудно найти что-то подобное на рынке. Вот два таких кита. Какие это? Подсказывайте мне. Ну, как бы это? Тут понятно, да? Мне важно, чтобы вы отвечали, что вы здесь. Вот два кита у нас самых сильных, я всегда про это говорю. Wellness, да, Лиль, спасибо. Wellness супер, и Novage, правильно. Это два наших таких вот сильнейших продукта, которых нет ни у кого. Друзья, ваша задача знать эти продукты от и до. Если вы хотите действительно стать профессионалом, чтобы ваши люди, которые к вам приходят, они понимали, каким продуктом они могут пользоваться, какую пользу они могут получить, и самое главное, как они могут рекомендовать. Потому что, вот смотрите, если я влюблена в какой-то продукт,
Я буду всем о нем рассказывать, я буду делиться, звать в компанию, да, чтобы со скидкой люди его получали, чтобы у них был такой же результат, правильно? И ваша задача выучить наизусть, какие преимущества есть у этих двух категорий. Потом остальное, там, разные уходы вы узнаете потихоньку, попробуйте. Но вот это вы должны знать наизусть, я так считаю. Поэтому, друзья, а сейчас вы открываете блокнотики, берете ручку, потому что лучше всего идет восприятие, запоминание, когда вы пишете, не просто сидите, слушаете. Вот такой небольшой минус вебинаров, если вы не включены в процесс, если вы... Вот, супер. Вот кто взял, это прям по-любому будет результат и будет успешный лидер. Кто не взял, думает, я послушаю пока, то есть, извините, пока вот вы не готовы действительно включиться в работу по-хорошему. Потому что это важно, да? И записывайте все преимущества этих серий. Вот вы их должны выучить наизусть, потому что вот Таня нам тоже рассказывала, работа с возражениями, она возможна только тогда, когда вы хорошо знаете продукт, вы уверены в себе, уверены в компании, да, и, ну, естественно, уверены в продукции. А чтобы в ней быть уверенной, вы должны знать конкретные факты. Портфолио продуктов, какие у нас есть вообще уходы, какие у нас есть серии. Вы, думаю, о них уже точно знаете. То есть есть у нас серия Эко-Бьюти, новый такой бренд классный. Для тех людей, которые очень ценят природу, которые хотят использовать только все супер натуральное, прям вот чтобы максимально. И вот для таких людей создана серия Эко-Бьюти. Да, очень классная, вегетарианцы, веганы, да, которые очень-очень педантично относятся вот и к выбору косметики, и вообще вот у них жизненная такая, жизненная кредо, все натуральное, без убийств и так далее. И вы таким людям можете предлагать этот продукт, потому что у нас вот есть в компании тоже девушка, наш консультант, которая веган, тогда была, сейчас она вегетарианка, а я, например, к ней подошла с помощью вот этой вот серии. Говорю, у нас есть вот такие продукты. И wellness у нас тоже супы подходят для веганов, где нет животных белков. То есть супер, можете использовать. Дальше. Есть у нас категория Optimals. Классная серия, она доступна по цене. Там тоже используется запатентованная формула антиоксидантная, да, сильнейший антиоксидант, который выводит все токсины. Подходит всем эта серия, и очень много там разных веток разделений по типу кожи. Есть серия «Секреты природы», которая подходит для всех, она самая демократичная по цене. И ее тоже можно использовать каждый, начиная там с 15 лет. И вот наш крупный продукт и крупный бренд, и вообще, я считаю, это вещь, это серия, которой мы должны гордиться, серия Novage. Ну и компания сейчас вот делит все средства на 4 категории. Природный уход – это как раз-таки Эко-Бьюти. Базовый уход – это как раз… Она относит к секреты природы, основной уход Optimals и интенсивный уход. Как раз-таки мы относим серию Novage. Вот к интенсивному уходу это мы можем отнести все продукты категории Novage. То есть если вы решили заняться своей кожей вплотную. Ну и вообще сейчас на самом деле по уходу за кожей серии, они очень популярны. Если раньше, например, у нас
Ну, женщины как-то меньше уделяли этому внимания, ну, чем-то там пользовались, но были достаточно вот неграмотные. То сейчас вот прошло несколько лет, это уже было при мне, я уже заметила тенденции вообще изменения на рынке, и на самом деле практически каждая женщина ищет себе какие-то продукты, чтобы выглядеть моложе, чтобы дольше сохранить молодость, красоту, и когда вот сейчас смотришь, знакомишься с женщинами, очень трудно определить возраст. Вообще границы сейчас смываются. 25, 40, ты вообще можешь запутаться. То есть это очень здорово, и наша компания идет в ногу со временем и вот разрабатывает для нас вообще супер такие средства. Поэтому мы на этом можем делать акцент, помогая себе и помогая другим людям. И какие вот индивидуальные решения конкретных проблем, то есть интенсивный уход, что значит? Это значит уход, который больше продуктивный, да, быстрее действует, лучше, сильнее. И направлен он на предотвращение, устранение признаков старения. Да, то есть как профилактика, так и совсем, ну, бороться, лечить, как говорится, избавляться от морщин, от признаков старения. Сейчас мы разберем какие-то запатентованные технологии, экстракт стволовых клеток растений. Это наши фишки, вы их должны запоминать. Вы себе тезис напишите, фишки. Мы сейчас по серии себе запишем, чтобы на любой вопрос клиента или консультанта, пока неопытного, нашего партнера, мы могли ответить точечно и сказать, в чем преимущество, в чем фишка данного продукта. Программа комплексного ухода за кожей, потому что комплекс всегда дает лучший результат. Гораздо лучше, чем если берете что-то такое одно, например, один продукт. Путь старения кожи. Ну вот как бы мы вообще не хотели этого, как бы мы не задумывались и старались, что, ну, отсрочить возраст, вообще не думать об этом, но кожа все равно стареет. Вот так это, к сожалению, происходит, начиная с 20 лет. Да, если женщина за собой не ухаживает, особенно если вы находитесь в условиях города, где вот эта вот пыль, смог, грязь, не знаю, меньше натуральных продуктов, если вы еще и не ведете здоровый образ жизни, то, к сожалению, кожа быстренько вам покажет, что время тикает и нужно что-то делать. И с 20 лет начинается уже кожа на себе, как их назвать, ну, причины, какие следствия старения кожи мы видим на лице. Это тусклость, это неровная текстура, расширенные поры. Дальше, 30 лет, 30 плюс, уже появляются мимические морщинки. Та же тусклость, та же неровность структура. Дальше 40 лет. Здесь присоединяется у нас потеря упругости. Также еще и морщины, тусклость, неровная кожа, все это остается. И в 50 лет тут уже набор такой полный, такой хороший набор. Это возрастная гиперпигментация, это потеря упругости. Это морщины, тусклость, неровная текстура. Потеря овала лица – это как раз и есть потеря упругости, да, потеря и овал лица, так вот это. Земное притяжение срабатывает, у нас все тянет вниз, поэтому нам косметологи давно запомнила фишку, всегда говорили девочки, все вверх, все по массажным линиям вверх. Не переживайте, земное притяжение притянет ваш контур, и он все равно опустится, если вы будете, ну, как бы, вот так вот умываться или там наносить крем вниз. Поэтому все вверх. Помните это. Так, и что же с этим делать? И исследование процесса старения кожи. У нас дело в том, что компания вообще очень крутая. Может быть, кто-то
об этом не знает. У нас свой научно-исследовательский центр в Дублине, где работает более где-то 150 человек ученых, которые работают каждый день и стараются выявить что-то такое особенное, стараются как-то решить вопросы с кожей, с преждевременным старением. И смотрите, какие есть 12 значимых признаков старения кожи. Вот они изображены сейчас у нас на слайде. Это у нас пятна. То есть вот есть разные пятна, пигментные пятна, есть, чем старше мы становимся, они вообще разные, бывают красные пятна, бывают там коричневая такая пигментация, это все относится к пигментации, потеря овала лица, те же поры. Что там у нас еще? Из-за ультрафиолетового излучения также нам, если кожу не защищать, опять же появляются пятна. Поэтому вот эти вот признаки старения, обвисания, они всегда, как говорится, на лицо и на лице. И что же как раз-таки выявили ученые? Что в первую очередь нам портит вот эту вот картинку нашего лица. И даже был произведен опрос среди мужчин, что вот как они отличают женщину в возрасте, которая вот, ну, старше выглядит, то есть по каким признакам. И как вы думаете, ну, может быть, кто-то знает, напишите, пожалуйста, какие вот признаки старение мужчины отметили, вот именно мужчины, вот со стороны, не зная там всех вот исследований, всех процессов в коже. Шея, руки, да, а что шея, руки? Вот у меня шея, руки. Вот именно какая, какие процессы? Контур лица, да, правильно. Контур лица, обвисший вот этот вот овал, он сразу виден. Вот это вот самая вот фишка, от которой нужно нам скорее либо избавляться, либо пользоваться для профилактики, чтобы это не было. Мимические морщины, да, но вот в меньшей степени. Да, Танюш, это точно. Обычно бывает такое, что пользуется вот так вот маска, лицо выглядит неплохо, а шея уже по-другому. Очень часто возраст узнают по шее, это точно. То есть у нас тусклость, морщины, потеря упругости, гиперпигментация – это одни из таких важных признаков старения. И, конечно же, компания выделила в бренде NovAge серии, которые справляются с этими продуктами. И, соответственно, они у нас градируются по возрасту. То есть серия True Perfection 25+, серия NovAge Экологен, да, это 35+, Ultimate Lift, тоже 40+, и NovAge Time Reversing, буквально скоро, буквально в следующих каталогах появляется. Time Reversing – это наша тоже культовая такая серия, которая давно с нами и в бренде NovAge, то есть она улучшенная. Можно действительно вернуть время. Точно. Так, дальше. Хочется забежать вперед, но на самом деле у нас тут все по слайдам есть. Запатентованные технологии плюс экстракт стволовых клеток, друзья. Именно стволовых клеток растений. Это наши ученые разработали, нашли вот такой компонент, что из стволовых клеток растений можно восстанавливать также лицо. Да? То есть как это происходит? Здесь используются экстракты высокой концентрации. Обязательно возобновляемый источник, то есть растения, это, ну, они хорошо можно их возобновить.
эффективен очень в косметологии, на самом деле ученые выяснили и доказали это, без пестицидов и контроль за выращиванием. То есть вот эти технологии показали, что именно экстракт стволовых клеток самый эффективный и безопасный для нас. И серии, да, мы сейчас вот о них с вами более подробно поговорим, вот то, что вам нужно записать и запомнить наизусть. Вот он, бренд Novage. Я прям тороплюсь. И первая серия, первый комплексный уход – это True Perfection. Кто его использует? Поставьте плюсики. Кто пользуется или пробовал? Что для этой серии, то есть кто клиенты этой серии? Я тоже пробовала, мне очень понравилось, я в восторге от этой серии. Основная проблема – тусклый цвет лица, неровная текстура кожи. Это такие первые признаки, можно сказать, старения. Что дает наш комплексный уход? Ну, откуда это все берется? Еще хотелось бы сказать, что современный ритм жизни сейчас вот становится как раз-таки причиной возрастных изменений кожи и изменений на клеточном уровне. И даже вроде бы молодая женщина, девушка, она выглядит уставшей. Вот бывает такое, что вот кожа выглядит уставшей, ее прям видно. Поэтому ученые уже, исходя из этого, стали разрабатывать серию. И давайте с вами запишем, запомним, выучим опять же наизусть, какие фишки серии True Perfection. Я смотрю, тут, наверное, нам Сережа пишет послание от Наташи. То есть экстракт персидской шелковой акации. А вот я хочу поделиться, я когда начинала, пришла в компанию, я тоже так же открывала каталог, видела кучу серий, тем более тогда я не пробовала антивозрастные, мне по возрасту они не подходили. То есть я думаю, как-то мне нужно их выучить, вот какие-то фишки знать, чтобы клиентам подсказать, рассказать о них. И я, знаете, что придумала, потому что все выучить, ну вот мой мозг, он, как сказать, не настолько педантичный, для меня важно, какой вот результат получится, вот это вот рассказать, но есть клиенты, которым нужно чуть ли не весь состав знать. Я поняла, что чтобы хорошо, грамотно уметь рекомендовать продукцию, и чтобы люди с удовольствием ее заказывали, покупали, приходили в команду, себе дисконт оформляли, нужно знать фишки конкретные. И я всегда запоминала какие-то фишки на уроках косметолога тоже, которые я проходила. И, например, вот фишка True Perfection. То есть, что нужно вам запомнить? Здесь содержится экстракт персидской шелковой акации и экстракт стволовых клеток ягоды асаи. То есть, вот если вы вот эти два компонента запомните, и уже, во-первых, вы свою экспертность повысите, то есть это уже звучит круто, уже слышно, что вы понимаете и знаете продукт. Согласитесь? Поставьте плюсики. Вот когда я рассказываю, я говорю, вот смотрите, вот эта серия содержит экстракт персидской шелковой акации, очень крутой компонент, экстракт стволовых клеток ягод асаи. Ягод асаи – это очень вообще такая крутая ягода, которая выводит токсины, из организма, антиоксиданты, которые как раз-таки борются с засоренностью нашей кожи. И кожа после этого, она более отдохнувшей выглядит, да, вот связь вот эту вот. Два компонента. Здесь содержатся аминокислоты, минералы, витамины. Предотвращает дальнейшее разрушение на клеточном уровне. Вот эти вот два компонента, они такие мощные вещи делают. Тоже запомните это.
И когда вы сможете в любое время, ну, сказать, что чем вот эта серия преимущественно отличается от других, пожалуйста, вот такие вот критерии. Какой результат получается в итоге? В 11 раз более сияющая кожа. Это клинически доказано. Вот что значит клинически доказано, друзья? Вот у нас в каталогах, вы когда открываете, стоит такая звездочка, там написано «клинически доказано». Значит, эта продукция была исследована, значит, были добровольцы-участники и люди, которые показали вот эти вот, под наблюдением показали такие результаты. И это говорит о качестве продукта, потому что если вот клинически исследовано не написано, да, и ну, нет этого, то, ну, как бы, то, что пишет, что у вас все проблемы решатся, это, ну, ничем не доказано абсолютно, понимаете? Это такое весомое доказательство ученых, клинически исследовано. Поэтому обращайте внимание, это тоже наша фишка, поможет вам при работе с возражениями. А, дальше. Дальше. Ой-ой-ой, сейчас, минуточку, что-то у меня тут не то появился. Дальше, преображение кожи. То есть основная проблема, которую мы можем выявить для серии, то есть я рассказывала о том, как же с клиентом вообще общаться, какие вопросы задать, чтобы потом предложить ну, определенную серию. И когда вы задаете вопросы, что вы хотите улучшить, там, ну, например, вам говорят, вот поры расширенные, там, тон неровный, вот вы выглядите, ну, вы видите, что кожа выглядит уставшей, то есть это как раз показание для назначения Novage True Perfection, если на медицинском языке говорить. Да, классно Татьяна написала, я тоже раньше эту фишку говорила, что, во-первых, на животных тестировать это живодерство, и с другой стороны не видно эффекты, и они не могут дать обратную связь. Точно. И опять же, как действует экстракт персидской шелковой акации? Он снижает уровень повреждений в клетках и способствует улучшению состояния кожи. Вот отнеситесь к вот этим вот выдержкам, которые есть на слайде, которые я сейчас проговариваю, как, ну вот, отличительной такой вот чертой, и вот это вот прям наизусть надо выучить. Я вам сегодня 100 раз это говорю, но если вы это сделаете, увидите, какой будет результат и ваша экспертность, насколько повысится. Богатый антиоксидантными, как я уже сказала, ягоды асаи, они защищают кожу от повреждений свободными радикалами. То есть как раз предотвращает появление вот этих первых морщин, которые с 25 лет, они вот уже активно формируются. Уровень увлажненности повышается, поры менее заметны и в 11 раз более сияющая кожа. Вот вы что можете пообещать своему клиенту, которому вы предложите серию True Perfection. И какой информационный минимум вы должны знать? Вот он как раз все, что нужно у нас на картинке. То есть 83% на 3, да, что у нас дает? Это 83% более увлажненная кожа всего за 12 недель. Вот, представляете, то есть более увлажненная. А для того, чтобы вообще эффект почувствовать, то уже через месяц, обычно через месяц такой есть видимый эффект от применения комплексного ухода. Но прям супер вообще, когда эффект, это нужно ну, хотя бы 3 месяца, как раз пока у вас есть эта серия, ее настолько хватает, и иногда даже на большее количество, и вы увидите уже весь заявленный результат. Дальше, что еще? Более 50 клинических тестов прошла продукция Novage True Perfection. 50 клинических тестов. Вы об этом тоже должны упоминать, когда представляете презентацию Novage. Это подтверждает высокую эффективность комплекса. Дальше, в 7 раз
использование набора более эффективно, чем какого-то отдельного средства. Тоже в 11 раз кожа более сияющей выглядит. Это тоже фишка True Perfection. И еще у нас фишка это... Сейчас, секундочку, прям. У меня как что-то включилось само не то. Друзья, плюсики поставьте, видно, слышно? Все. Бывает такое. Техника что-то у меня резко дала сбой. Итак, о чем мы сказали? И еще одна фишка, какая вам нужна для этой серии, это 25 лет, когда появляются первые признаки старения. То есть вот весь минимум, который вы должны знать. Плюс фишка – это персидская акация, да, шелковая акация и экстракт стволовых клеток ягод асаи. Вот это мы должны запомнить. Плюс 102. Интересно. Дальше серия Novage и коллаген. Что же про эту серию мы можем знать? Что же мы должны знать? Основная проблема уже в этой возрастной категории – это морщины. Замедление производства коллагена. Коллаген у нас за что отвечает, подсказывайте мне? Когда у нас вот его не достает, да, начинает у нас кожа начинает так в некоторых местах проваливаться. Да, за упругость у нас Лили сегодня отличница. Остальные не знают или не хотят писать. Технология тоже. Откуда, как действует этот продукт? Это уникальная запатентованная формула наша. Опять же, она супер уникальная. Трипептид-технология, трипептид-комплекс, который как раз-таки из натуральных компонентов при помощи экстракта стволовых клеток растений, опять же, семейства посленовых. То есть какая здесь у нас фишка в этой серии? Какой компонент здесь у нас активный? Это семейство посленовых, то есть стволовые клетки семейства посленовых. И как раз-таки вот этот вот послен увеличивает производство коллагена на 200%. На 200%, задумайтесь. Вот кожа, чем старше становится, она все меньше и меньше производит этот коллаген. И если ей не помогать никак, то она будет становиться все старше, морщины все глубже, овал все больше будет продолжать обвисать. Но это немножко возрастная категория дальше. И вот этот вот крем, он просто делает практически невозможное. До 33% сокращение морщин идет. Это тоже клинически доказано. И на треть меньше морщин за 3 месяца. То есть проблема, если вы заметили появление первых морщин, и если у вас клиенты, ваши консультанты как раз-таки жалуются, то есть у них... Первое, что они хотели бы какую проблему решить, это морщины. Морщины, которые мимические, вот первые какие-то морщины, вы тогда уже смотрите, рассматриваете серию коллаген. То есть здесь две инновационные технологии, как раз которые направлены на стимулирование производства коллагена. Сокращение морщин и увеличение производства коллагена на 200%, то есть в двух направлениях проверено. И давайте информационный минимум, который мы должны с вами знать. Вот сейчас мы побыстрее пошли. То есть что мы должны с вами знать? Что при комплексном уходе с помощью средств серии Novage и коллаген на вашей коже морщина уменьшается на треть всего за 3 месяца, представьте. И в 7 раз использование набора более эффективно, чем отдельное средство. Вы должны это обязательно проговаривать клиентам. От процесса старения вашей кожи можно остановить.
80%. И на 200% увеличивается производство коллагена в клетках. Представляете, на 200% это такие очень крутые результаты. И сейчас мы с вами переходим к серии, к нашей любимой серии 40+, NovAge Ultimate Lift. Вот она, красивая такая серия, тоже супер технологии. И здесь у нас с вами возраст, потеря упругости и морщины. Коллаген вот и моя любимочка. И вчера вот буквально у меня подружка была, она попробовала коллаген и говорит, после коллагена, конечно, уже не хочется ничего особо пробовать, потому что такой эффект после нескольких применений, и когда уже вот попробуешь, то видишь результат, видишь, как кожа реагирует. Так что и коллаген, конечно, ну, бьет рекорды. Ну, опять же, в каждой категории возрастной. Вот знаете, что я заметила мгновенно, точно? Вот когда вот True Perfection, однозначно классная серия, виден эффект, но, наверное, эффект, нет, отзывов меньше у True Perfection, чем у коллагена. Почему? Потому что, ну, когда у тебя там тусклый цвет лица, это же меньше заметно. Ну, поры, да, только вот женщина, которая прям следит за собой, обращает внимание на это все, она будет замечать и с этим как-то бороться, что-то делать. А извините, когда уже вот дальше по возрасту, например, коллаген, там уже морщины. И когда женщина начинает пользоваться и видит, что действительно кожа разглаживается, она выглядит по-другому, то эффект очевиден, то есть он больше, согласитесь? Поэтому от коллагена еще больше вот таких отзывов, плюсов, и вы увидите такие изменения серьезные. А если брать Ultimate Lift, мне кажется, еще больше, потому что если к вам приходят девушки, которые ну, сильно особо не заморачивались по уходу за лицом, и вот пришли уже с таким обвисшим контуром, с морщинами, и когда они начинают пользоваться нашей серией Ultimate Lift, где тоже уникальная запатентованная технология, выучите эти слова, потому что, ну, что такое патент? Поставьте плюсики, все знают, что такое патент. И в серии Ultimate Lift это Aspartha Lift. Я думаю, все знают, да, тут даже не нужно останавливаться. И экстракт стволовых клеток, здесь вот Будлея Давида, это сокращает глубокие морщины. То есть уникальные, названные вот в честь вот этого автора Будлея Давида, стволовые клетки. Они дают такой потрясающий результат. Патент уже опубликован, технология Aspartha Lift, и что у нас доказано клинически? То, что увеличивает гибкость фибробластов на 60%. Фибробласты, они ведут себя так, как будто они помолодели на 20%, на 20 лет. Вот представьте, вот в нашей коже есть тоже такие клеточки, которые отвечают за упругость кожи. И вот когда вы начинаете пользоваться серией Ultimate Lift, да, когда женщина начинает пользоваться, вот эти вот клеточки, они начинают так вот работать, так вот контур подтягивать, как будто они стали на 20 лет моложе. Вот представьте, вот как-то объясняйте это людям, что вот представьте, мы изобрели вакцину, которая дает нам вот, ну, молодость. Вот как раньше ведьмы какие-то делали, там отбирали молодость у молодых, а это при помощи крема просто на 20 лет моложе. Они начинают активно работать. Соответственно, секреты ведьм пошли. Да, я что-то вот на теме ведьм последние 2 дня так вот зависла. Мне статью интересную сбросили. Так,
бывало, меня так называли иногда. И вот, ну, у нас здесь есть главная ведьма Лилия Донскова, потому что так выглядеть, я не знаю, мало кому удается, но у нее уже стаж, ведьма со стажем. Поэтому, друзья, очень крутые секреты. Вот представьте, 20 лет разница, вот 30 лет и 50, вот на 20 лет моложе. Эти клеточки начинают активно работать, и как результат, да, Лиль, точно, как результат на 70% увеличение упругости. Ну, сами понимаете, 70% это очень, очень значимо. И революционный просто, естественно, лифтинг-эффект благодаря этим технологиям. И если основная потребность клиента, что кожа стала менее упругой, контур лица потерял четкость линий, да, то решение – это вот мощная комбинация, вот аспарта-лифт. Вот запомните просто, опять же, здесь два таких названия, которые помогают быть более экспертным. Это технология аспарта-лифт. Это вот эти вот фибробласты, которые на 20 лет делают кожу 20 лет. Как там? Ну, как будто они помолодели на 20 лет, думаю. Как сказать, чтобы было проще? И стволовые клетки растений. Это восстановление упругости кожи, сокращение морщин. 70 лет. 70% больше упругости за 12 недель. То есть вы даете результат, как раз гарантию, что через 12 недель будет 70% результата. И наш информационный минимум, который мы должны запомнить, написать себе, показать людям эффективность, экспертность нашу, это 7 лет, вот тоже вникните в цифру, 7 лет потребовалось ученым на разработку этой серии. То есть пока вот я была, я вот в компании 9 лет, весной будет 10, то есть пока вот я была в компании, в это время ученые каждый день трудились над тем, чтобы разработать вот такой уникальный комплекс, такие уникальные технологии, 7 лет. И при комплексном уходе с помощью средств серии Novage Ultimate Lift ваша кожа станет на 70% более упругой. При этом первые результаты вы увидите уже через месяц, как я сказала, а заявленный эффект через 3 месяца. Тысячи активных ингредиентов были проанализированы, тоже вот для этой серии, что важно, 1000. И 30 тысяч генов было исследовано учеными Oriflame. Представляете, какая мощная работа, вот какая мощная работа была произведена, чтобы выпустить вот эту вот новинку. Ну и, конечно, в 7 раз использовать наборы более эффективно, чем отдельное средство. Это относится ко всем сериям. Сейчас, Танюш, отвечу на вопрос. И что-то я хотела сказать по поводу... Их мысль такая была интересная. Ладно, наверное, вспомню попозже. И что нужно делать, да, если надо менять кремы, сколько тогда эффект ждать? Вот смотри, по поводу менять кремы. Я на протяжении вот всего времени, каким образом, как вообще пользуюсь и меняю кремы? Я меняю по мере, как вот они заканчиваются. Как раз комплекса у вас на 3 месяца точно хватает. И день, и ночь. То есть и дневного, и ночного крема. Единственное, может побыстрее закончиться у вас гель для умывания и тоник. Хотя, вот мне кажется, мне на 3 месяца тоже хватает. Вот их надолго хватает. Да, я что-то не обращала внимания, но дольше хватает. Ну, минимум на 3 месяца. Вот через 3 месяца вы уже ждете эффект. А что касается сезонности, весна-лето, то здесь как раз-таки в сезон как раз вы для себя подбираете, там заканчиваете определенную серию и на лето берете какие-то там облегченные версии по направлению действия. Я имею в виду по направлению действия по сезону. Да, ну вот зима, например, вы взяли серию
True Perfection. 3 месяца вы ей как раз-таки пользуетесь, а весной можно взять, например, как, ну, допустим, если человек страдает гиперпигментацией кожи, и при появлении солнышка очень лицо начинает так тоже светиться, а человеку это не нравится, то вы можете выбрать серию из, например, категории Optimals, вот, и дневное, ночное, там, отбеливающие средства, и применять уже в этот сезон вот эту серию, да, летом, например, вы возьмете более легкую, у нас вот есть сезонные серии, опять же, которые появляются, типа наподобие вот Акваритм, Аква Плюс, да, вы можете на лето приобретать вот эту серию и как бы в осень опять возвращаться к True Perfection или коллаген, к Novage. То есть не через месяц менять. Да, лучше не через месяц, а поквартально, да. Оно так и происходит. Но, вы знаете, есть правила определенные. Вот во всем есть правила. А есть женская интуиция. Вот честно, я правила знаю, но больше прислушиваюсь к своим потребностям, к своим запросам, потому что мы с вами все разные. И, например, я знаю, когда нужно поменять продукт. То есть 3 месяца минимум, да, но я не слежу так. Так, ага, на часах вот сейчас уже прошло там 3 месяца, столько-то часов, значит, мне нужно менять крем. Нет. То есть я смотрю по своей коже, потому что она, ну, все подсказывает. И мне кажется, вы также научитесь, ну, сначала вот примерно придерживаться правил, а потом научитесь уже интуитивно подбирать себе крем. То есть, может быть, кому-то 2 месяца попользуется и отложит нам на осень эту серию кремы и возьмет для себя более легкие, другие. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Я не запутана, нормально? Ну, в среднем вот на 3 месяца где-то хватает вот серии и активно ждать результат. Особенно, когда человек только приобрел продукцию для себя и только начал пользоваться, то есть вы говорите, что 12 недель. Ну и подведем итоги. Путь старения кожи у нас легко решается. True Perfection – это тусклость, неровная кожа, расширенные поры. Да, экологен нам помогает справиться с морщинами, тусклостью и неровной кожей с той же. Ultimate Lift – потеря упругости, морщины, тусклость и неровная кожа. И, конечно же, мы должны знать, что гарантии даем только при... Не только при, а вообще в 7 раз больше результатов гарантии при комплексном уходе. Потому что если взять, например, очищение и крем, то все равно будет немного не хватать, не дотягивать. И такой результат, который заявлен компанией, да, на 80% увеличение там, на 70%, он, конечно, будет менее заметен. Об этом вы должны говорить вашим клиентам, консультантам и все, кто интересуется этой серией. Так, и вот буквально последний слайд, и отвечу на вопросы. Time Reversing – это наша серия для самых супер-женщин, которые раскрываются, становятся ягодками опять и так далее. Это молодость в генах. Это власть. Так, я... Слышно меня, девчонки? Плюсики поставьте. Чуть у меня соскакивает иногда. Угу. Власть во времени – это молодость в генах. И основная потребность кожи этой категории
когда появляются уже глубокие морщины, это потеря упругости и возрастная пигментация. Пигментация, она может быть вообще очень разной. Вы видели это в виде звездочек, в виде там потемневших пятен пигментных, да, это могут быть и коричневые, и разные-разные цветовые гаммы, как говорится. И решение, здесь у нас главный компонент, это гинестеин соя. Это тоже очень активный антиоксидантный компонент. Что делает серия? Кожа выглядит более увлажненной, ускоряется цикл обновления клеток, увеличивается плотность структуры кожи. То есть благодаря этому уже эта серия работает на гормональном уровне, то есть очень глубоко в коже, и благодаря этому опять же происходит обновление кожи. И на 8 лет моложе женщина может выглядеть всего за 4 недели, за месяц. Вот такие вот комплексы, вот такие вот серии у нас есть. Это буквально вкратце, естественно, очень много исследований, очень много информации можно почитать на нашем сайте для себя. И как у нас Танюша пишет, как предложить для 30+, крем 40+, чтобы не обиделась. А почему нужно предлагать... Так, девушки... Ты, наверное, повыше чуть писала, сейчас посмотрю. Девушке, девушке 30 лет, ярко выражены морщины, может ли она пользоваться серией 40+. На самом деле мы часто тоже косметологам задавали такие вопросы вот, по возрасту. Я считаю, может, потому что бывает такое, что ну, женщина выглядит намного старше, настолько вот быстро... Ну, было в жизни много факторов, плюс неухоженность, то есть не ухаживала за кожей, что она выглядит старше и уже признаки, ну, 40-летних, да, допустим, как вроде бы старение должно быть на этом уровне, то можно серию обязательно предложить 40+. Вот как я это делаю, когда вот вижу, что нужно что-то постарше. На самом деле... Я просто предлагаю, говорю, что ты хочешь решить, как ты хочешь улучшить, да, мы вот вопросы говорили, что ты хочешь своей коже улучшить. И мне кажется, в основном женщины, они все-таки видят эти морщины, они замечают, редко бывает, когда не замечают. И мы, чтобы не обиделась, мы просто предлагаем, вот смотри, есть эффективные комплексные уходы. Вот есть серия у нас Ultimate Lift, и вы говорите фишки вот этих вот серий. Смотри, ты говоришь, не тебе нужно, у тебя морщины, ты выглядишь, тебе 30, а ты выглядишь на 40, тебе нужна вот эта серия. Нет. А говоришь просто преимущество серии. Поняла, да, фишку? Рассказываешь, что как борется на уровне вот эта серия, как борется ну, с морщинами. Все, я уже заговорилась. Фишки ее, да, рассказываешь. И аналогичную серию. Если вот ты говоришь про Ultimate Lift, ты вот говоришь про фибробласты, то, что они начинают работать, как будто на 20 лет помолодели, тем самым вот контур подтягивает. Если, допустим, коллаген, ты говоришь про морщины, про... стволовые клетки, трипептид-комплекс, по семейству посленовых, как они выталкивают морщину изнутри. Просто говоришь действия. И она, например, смотрит и говорит, а здесь написано 40+. Ты говоришь, ничего страшного, это примерное обозначение, примерно в каком возрасте. Но ты сейчас можешь взять вот эту серию, например, которая для 40+, справиться с этой проблемой, кожа у тебя уже... улучшится, помолодеет, а потом, пожалуйста, ты пользуйся коллагеном, True Perfection, это ничего страшного, это можно. Тогда вы абсолютно не указываете, что она там плохо выглядит или как-то. Вы просто говорите о действиях серии, как они работают. Она говорит, что все хорошо у меня. Тогда, знаете,
Если хорошо, то значит хорошо. Не нужно навязывать то, что людям не нужно. Только если человек заинтересован, так же и в бизнесе. Если человек хочет работать, если он действительно горит, тогда вы ему активно помогаете и даете вариант. А если он не хочет, что его пинать? Бестолку, дохлую лошадь не распинаешь. Она уже сдохла. То же самое. Если, допустим, очень хорошо работает собственный пример. Я вообще люблю собирать бани какие-нибудь, у меня везде там продукция. Я вот вчера у меня был мастер-класс по нашему скрабу на Вейдж. У меня подруга, когда, как пахнет скраб, вот эта кожа, вот это обновление. Она маски попробовала, все попробовала, там гель для душа, все, у нее уже готов заказ. Говорит, надо срочно-срочно брать. Да, кстати, пусть берет, даже если True Perfection, все равно эффект будет. Поэтому, если она считает, что все хорошо у нее, ну, значит, у нее все хорошо. Там, если нужно будет, она обратится к вам. Никогда не навязывайте. Будьте экспертами, знайте фишки каждой серии. И, ну, если человек хочет решить, например, он считает, что у него просто тусклая кожа и не видит морщин, ну, ничего страшного. Вы обязательно этот эффект добьетесь при помощи серии другой. Так, друзья, как-то повезло, что Ангелина у меня еще полчаса проспала, поэтому если у вас есть вопросы, задавайте. Видимо, звезды сходятся уже второй раз, когда я веду семинар, у меня дочка спит. Вообще она вообще днем не спит. Все, отлично. Да вот страшно, сейчас возьмешь на себя обязательства, а потом, как каждый день, пора на работу. Да, если я, например, хоть ребенок выспится, я не знаю, с чем это связано, это правда очень редко бывает, вот целый день обычно носимся. Ну, будем практиковать. Точно. Спасибо, была очень рада с вами пообщаться. Танюш, хотела тебя тоже отметить. Мне очень понравилась твоя планерка. Очень классно говоришь, тоже веди почаще. Очень радует, когда новые партнеры вот так вот вообще классно могут провести вебинар, семинар, абсолютно даже не переживая, прям супер. Все, всем пока, молодости, красоты вам, сияйте, цветите и будьте экспертами в своей области, и тогда у вас будет еще лучше результаты, еще больше. Все, всем пока и с наступающим Новым годом!